Очень часто я замечаю, что люди не ставят себе высокие цели. Заработать денег – это не высокая цель. Высокая цель должна заряжать вас энергией на 10 лет вперед как минимум. Так что ставьте себе поистине высокие цели. Вы должны быть лидером и привлекать людей, и они должны верить в вас и хотеть оставаться с вами надолго. И я не говорю, что это должно произойти сразу. Даже не в следующем году. Может, даже вы потерпите в этом деле неудачу и найдете для себя что-то более интересное и вдохновляющее вас.